Привет, Константин. Представь, пожалуйста, себя, чем ты занимаешься в Платинум и где живешь. Всем привет, меня зовут Константин, я из города Новосибирск, занимаю должность фронтенд-разработчика. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя сложности в удаленной работе? Сложностей сейчас уже нету, поначалу было, потому что непривычно больше, скажем так, распределить время, чтобы это все было корректно, удобно, скажем так. Вот. Скажи, пожалуйста, какие твои основные обязанности? В основном сейчас у меня работа с сайтом и мобильная разработка для приложений. Вот. Если есть какие-то там, что-то нужно писать, отчеты, какую-то информацию, тоже этим занимаюсь. Замечательно. А теперь блиц-опрос. Море или горы? Море. Твоя последняя прочитанная книга? Движенный Рами Блехт. Вау. Любимое времяпровождение? Вечер. Расскажи о себе какой-нибудь необычный факт. Необычный факт. Я занимаюсь медициной. В какой стране ты бы хотел жить? Зависит от сезона и от настроения. Я тебя поняла. И последний вопрос. Назови три города Японии. Ну, слушай, может быть, Хуапин, я не знаю, Ханьянь, это, по-моему, Китай вообще. Они все... А? Звучит по-китайски, Ханьянь. Да. То есть вот китайские города, они как-то даже больше на слуху, чем японские. Не проблема. Спасибо тебе большое. Хорошего тебе дня. Спасибо тебе тоже.